Всем привет, это канал Тупорыла, Аку меня зовут Лимон, и мы опять воруем. Мы все никак не можем наворваться. Да так вот, так вот. В прошлый раз у меня глюканул ОБС, сейчас эта проблема решена, все будет окей. Прерываться запись не будет, поэтому мы сразу сделаем все, что только можно. И все только что нельзя. Укрутите планшеты 101-го. Я не помню, как это делается. Да-да-да. Поехали на гринге. Я еще, может быть, немножко буду заикаться, заплетаться и вообще кошмарно делать все. Я вот не знаю, может здесь остановить. Давайте на этой парковке остановим машину. Поехала! Наверх! Давай, 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 давай! Выехала. Я не помню, мы выяснили вроде, да, с помощью мини-камеры, когда они отсутствуют. Да, мы выяснили. То есть сейчас они уйдут из дома. 9 часов. Можем, кстати... А я что, не заехала на парковку, блядь? До 9... Блядь, там надо успеть. А я не помню... А я не знаю, как к ним проникну, твою. А я не помню, как к ним проникнуть. Это ладно, это мы умеем. А, ну ок. А как теперь к ним проникнуть? Незаметно для второго жителя. Никак, да, типа? Потому что я у них ни лозы не заметила. Давайте взломаем. Тут у нас есть. Серьезно, мы могли, блядь, дождаться, нахуй, когда он уйдет. Опять ебаные камни. Давай. Уходи отсюда. Блять. Уйди в жопу, блять. Мне без тебя времени мало. Главное успеть до того, как у меня засечут. Я ничего незаконного не делаю. Кто там еще, блядь, идет? Так. Я не знаю, как это работает. Отлично. Давайте. Окей. Так. Блять.
Это не те бокалы. Ну, это те. Давай, давай. Уходи отсюда. У меня времени мало осталось. Давай, съебывай. Он же сейчас сюда придет, да? Давай. Уходи. Да блин, меня такими темпами реально кто-нибудь запалит. Да. У меня есть еще немного времени. Так, только не говорите мне, что там тупик. Так, убегаем. Сигнализация была выключена. Так, я знаю, что... Вот здесь есть мусорный бак. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Он потерял меня, все. А в машине меня, возле машины меня нет. Так что... Где-то близко. Вон он. Лох бежит. Почему я не могу, например, просто рядом с ними сфоткаться? Все, давай. Теряй мой след, уезжай нахуй отсюда, и я пойду за своей законно украденной картиной.
Да. А, кстати, я хотела кучу попробовать, пока они там это базарят. Я вот делаю так вот. Я думаю, так будет лучше, намного удобнее, чтобы вам была видна как раз и камера. Ну и здесь как бы деньги, бабки, дребеденьги, все видно. Я не думаю, что это я сделаю как-то палевно. Так, картина. Ровно. Да, блядь. Тут эти просто люди, блядь, ходят. Я знаю, что сделаю. Я пойду в обход. Я пойду в обход к своей машине. Да, это займет дольше времени. Но зато так будет безопаснее. Меня никто не запалит. Хотя мы могли там еще навариться по-любому. Но я уже решила, как бы. Мы так, блядь, картину нахуй спиздили. Я знаю, что это немного. Это и немало, ребятки. Все, можно ехать. Так-с. Выезжаем на улицу. Домой. С картиной на руках. Надо было сразу домой, наверное, да, ехать. Настало проверить твои способности ко взлому электроники. Убедись, что у тебя есть нужные инструменты. Да. Давай. Лучше сначала съедем, короче, до дома. Там продадим все, что можно продать. Потом взломаем все, что можно взломать. И уже потом сделаем все, что можно сделать. Black Bay. Тут у нас ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Нихуя интересного, ребята. Здесь тоже нихера интересного. Требуется 25 уровень. Элитные дворы. Репутация 1000 из нуля. Ищите только самый роскошный предмет. Лимитированная одежда, древние артефакты, множество редких предметов. Их с радостью у вас купят. Конечно, бы я бы с удовольствием, дорогой мой. Вот это было бы круто. Можно бинокль купить. Так, вот мой хакерский дом. Выбрать. Окей, блядь. Отличная работа. Такими темпами мы с тобой быстро рассчитаемся. А теперь как проверить? Отправь мне планшет через Black Bay. Окей. Продать. Ты же знаешь, что детали машин покупают на Black Bay, так? Но если ты хочешь что-то продать, в них надо разбираться. Ага. Достигните первого уровня на как раже машин. Что у нас там по навыкам? По навыкам у нас нихуя. Нам нужно идти. Короче, красть. Поднимаемся. Ой, бля. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Мы можем сгонять 101-й и навариться там еще, потому что там очень много всего. Можем узнать предварительное местоположение. В доме есть сейф с большим количеством драгоценностей. Драгоценности — это хорошо. Так, у этих нихера нет. Уильямсы. Мы у них ни разу не были, кстати, возможно. Давайте возьмем. Так, так, так. Уотсоны. Доме сейф с драгоценностями. Вот. Все. Кстати, у нас открыта новая улица, но мы на нее еще ни разу не ходили, так что вряд ли мы сможем. Вообще нам надо все делать по частику. Но мы так не умеем. Надо просто постоянно поднимать себе достаточно хороший уровень, а я так не умею.
типа постоянно на S проходить. На S это проходишь, ну, если тебя никто... Сколько стоит ска... Ой, да. Электрогитара. Короче, поехали воровать хорошие... Вот, улица Ричи. Почему я не могу на ней поворовать? Я же могу на ней поворовать. Или там слишком хороший жилой район. Вот сразу первый... И первый же столб мой, ребят. Мой столб. Мы можем ставить просто, блядь, микрокамеру нахуй. Так. Все. Ждем сутки. Буквально. Мы узнаем все расписание владельца, блядь. Серьезно. Мы, кстати, так можем сделать. Ну, спать. Понятно. Система меня чутка наебывает, блядь. В смысле, я же установила камеру, блядь. А, она у меня же до 6 была, понятно. Ой, тупая, блядь. Так, мы знаем теперь... открой. Вот, у них есть небольшой промежуток. Промежуток прямо. Когда они оба не дома. Но я не знаю ни по добыче, ни хера. Короче, поехали. Так, давайте смотреть по улице Гринвью. Здесь у нас есть добыча. Мы ее должны своровать. У этих мы все взяли. У этих мы все взяли. Все взяли. Взяли. Вот, у этих не взяли. То есть они, у них есть дорогая картина и дом все, и в доме есть сейф с деньгами. Так, дальше тут есть все, все, все. Ничего, потому что это старый заброшенный дом. Вот. Вот эти молодые люди. У них есть тоже сейф с драгоценностями. Здесь мы тоже все сделали. То есть мы все всех знаем, да? Да. Мы сейчас поедем, короче, к ним. Вот к ним. Не с часу ночи, короче, отсутствует, да? То есть мы просто можем не париться. Я могу сейчас еще съездить домой, купить одну микрокамеру. Чтобы быстрее было. Хотя нахер мне это надо, ребят? А тут, кстати, нельзя ехать на улицу такую-то. Так, поехали на улицу Гринвью. Давай. Так, 112-й, да? Они вон там в самом конце. Я помню, я ездила к ним через Ебеня. Да и сейчас я иду через Ебеня. Главное мне не задавить пешеходов. Блять, надо было остановиться на парковке. Ладно, блять, нихуя не знаю. Вот моя парковка. Вот моя парковка. Хотя я все равно в любом случае поеду на парковку. Вот они сейчас дома? Я хер его знает. А я, кстати, микрокамеру сюда уже не могу установить. То есть я типа узнала... промежуток времени, когда они отсутствуют, то типа я не могу, да, больше. Давай, выпиливайся. У меня достаточно денег, я тебя починю. Они отсутствуют у нас ночью, поэтому мы спим до ночи, до 0 часов. Вот.
Все. Я могу так вот сделать. До полуночи спим. Нам все равно нужно набираться опыта. Нужно набираться опыта и воровать. Просто я могу у них сейчас проникнуть быстро. Зайти через окно нахер. И все, блядь. У них есть какие-нибудь подводные камни? Ты что тут делаешь? Иди отсюда. Иди. Давай. Вот куда он идет, блядь? Вот мы здесь, да? На кухню, блядь. На кухню через дворы. Он не дома, а она вон она сидит. Давай, сваливай отсюда, у тебя 20 минут. Даю тебе 5 секунд, и ты отсюда улетаешь. Улетела? Нет, не улетела. Вот они не любят меня слушаться, а потом неприятности говорят, что я им даю. Вообще, по сути, надо было сюда... Я же могу сюда машину припарковать потом. Сейчас, короче, она выйдет. Давай, давай, давай. Пиздуй своими культяпами. И ты пиздуй своими культяпами быстрее. Не мешай воровать. Давай, давай, давай. Блин, ты еще и повернул. Все, он вроде не должен меня... даже нечем. Серьезно. Ну это же уже прошлый век. Кстати. Да, блин. Забываю, что начинается все ВД. Видите, я уже как профессионал делаю. Слушаю. Сука, блядь, все сбилось. У нас есть время. Не паникуем, не паникуем, ребятки. Делаем все по красоте. Так, сейчас на 85-й. Это просто, блин, полный оборот надо сделать, чтобы вот открыть это. Так. И Д. Тут можно не париться, он уже автоматически откроет. Надеюсь. Возможно, не знаю, нет. Да, блин. Все. Быстро смотрим. Ну и что, что ты меня заметил? Ну, честно, поебать. Так, этот дом мы обчистили. Отлично, на один дом меньше. А можно как-то помечать звездочкой? Давайте звездочкой помечать тех, кого мы сделали. Ну ладно, это те, которые мы хотим сейчас сделать. Давайте тогда посмотрим. Так, мы здесь сделали, здесь сделали, здесь нихера не было.
Здесь все, здесь все, здесь. Вот. Вот этот дом. Короче, мы ставим себе. А, в принципе, давайте добежим. Добежим, дойдем до ломбарда. Ламборджиньо. Это... Вон, там мне даже пишется, когда они отсутствовать будут. Заебись вообще. Надо вообще, надо было домой сначала заехать, да? А, о, кстати, это значит, что мы можем купить себе взлом. Так, домой сначала. Взлом. А, сначала, короче, Конечно, как я могла про драгоценность забыть? Во. Сейчас мы драгоценность разберем, потому что нам ее надо разобрать. Отлично. Поднимем сразу себе еще один уровень, потому что, ну, это будет полезненько. Товары. Здесь ничего, ничего, блядь. Тут тоже, блядь. Мы подсвечники, блядь, никогда не соберем. Пизда, бля. Ой, извините. Все. Учиться проще всего на практике. Я знаю одну машину, которую ты сможешь мне привезти. На техобслуживание, конечно. Ага. Знаю мы твое техобслуживание, блядь. Взлом. 8 000, ребята, нам надо, короче, сначала нарабатываться, блядь. Купить оборудование, блядь. Ой, пиздец, ебаный в рот. Нахуй это круговорот моей свистопляски, блядь. Причем поехал у меня не Welcome. свистопляска, а башка. Нет, тут у нас 6 000, мне еще 2 000 не хватает. Короче, поехали да, за этими прекрасными людьми, у которых есть картина. Пойдем через задний вход, через окно. Она буквально отсутствует, это вообще всего ничего. Это вот эти, блядь. А, они вот буквально так. Я, кстати, могу забраться сюда. Это какой, блядь, дом? А, это 104-й, блядь, мне не сюда. А у них открыто окно. А у них у 106-го открыто, кстати, окно. Точно, я вспомнила. Давай, блядская! Отлично. Вот вопрос, а как они себе это представляют? Так, смотрим. Миллеры, кухня, 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 не дома, спальня 2, гостиная. Кстати, жесткий диск.
Отлично. А вы когда-нибудь воровали, когда все дома были? Кстати, это вроде один из этих заметок было. Да? Да, в доме есть сейф с деньгами. Давай. Знаете, как мне страшно, блядь, вскрывать нахуй замок? Когда я знаю, что один из них... Где, блядь? А, вот он. Он на втором этаже, и она на третьем этаже. Пожалуйста, давайте вы будете оставаться внизу, а я останусь здесь. Я на всякий случай закрою. Слышите же, да? Серьезно? Отлично. О, кстати. Все, пока. Блять. Мне ж получше сначала. Быстро ее утащить. Положить в машину, а потом сразу же. А, ну у меня оборудования нету, блять. Вот все, деньгам. Так, давайте смотреть, что у нас там дальше есть. Так, это мы сделали, это. А, ну это мы сейчас сделаем. У этих ничего, у этих у нас сейчас дела угнать машину. Все, все. И вот эти. Они у нас отсутствуют в ночь. Да? Да. До 21. Так что смело спать. Сразу идем выключать.
Так, оббегаем. У нас есть 200 секунд на то, чтобы обчистить их дом. А может, вы перестанете ходить туда-сюда? Мне так мало времени, дамочка, съеби нахуй! Там еще один куда-то приперся. Давай, быстрее. А, знаете, кстати, что можно сделать? Можно сейчас сходить, включить электричество и снова его выключить. И так мы время, кстати, не потеряем. Все. Так надо было с самого начала делать. Сегодня что опять за ночь такая? Вы резко все возле этого дома решили прогуляться, да? Слишком уж красиво выглядит, да, дорогие мои? Твою-то мать. Нихуя. Не знаю. Давай. У нас 200 секунд. Плюс у нас не так много времени. Осматриваем все, что можно осмотреть. Но самое главное, нас интересует сейф. Да блин, на букву Д сначала начинаем. Давай, 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 быстрей. Угу. Как рядом-то? Оп. А вот на этом мы наваримся. Кстати, колеса. Я не трогаю машину, потому что я боюсь, что на ней сработает сигналка, а это очень чревато. Они скоро, кстати, будут возвращаться. Можно плазму своровать. Но я не думаю, что будет очень какой-то прок от нее. Пойдемте на второй этаж быстро облутаемся. Зачем вы оставляете мне тут деньги, блядь? Вот что, деньги лишние. О, наушники. Давай. Инвентарь полный, блядь, заебись. Почему в ванной никогда ничего ценного не лежит? А полканка для вас что, не ценность? Это еще какая ценность, ребятки? Просто не оценивайте толканку по ее всей. У вас что так много это? У них много телеков, я думаю, своровать один. Кстати, осталось мало времени. Скоро электричество включится. И воруем этот телек. Мы, короче, делаем так сейчас. Сейчас начнется врубаться электричество. И эти скоро будут дома. Меня может просто запалить, блядь. А, отлично. Сейчас я быстро сгоняюсь за вторым телеком. Давай, иди, иди, иди. Но он стал ходить получше. Побыстрее, я бы сказала.
Все. Электричество врубилось. Ну вот ты чё они возле моей машины ходят? Не ходите возле моей машины. Отлично, сейчас за вторым. А у меня они вообще бесятся, у меня как бы там картина еще, блядь. Сверху. Типа один крупногабаритный, типа принтера, там так далее. А оружие можно было спиздить? Ну вот, типа, один телевизор влез. Ну и, блядь, чё ты там расходился? Уходи оттуда. Всё, давай, отвернулся башкой. И вот очень будет обидно, если я зря спиздила два телевизора. Я зря спиздила два телевизора, ребят. Ладно, обойдемся одним. А я откуда знала? У-у-у. Да ты красотка моя, малышка, блядь. Я думаю, нам надо завести... обзавестись как бы новой машиной вообще, как бы, да. Ну, конечно. Так, во-первых, разбор драгоценностей. Понятно. Так, вон там еще есть одна. Еще одна. Зато мы еще наваримся, блин. Отлично. Есть какое-то? Нет. Есть здесь что-нибудь? Жесткий диск, кстати. Его можно оставить. Здесь тоже ни хера. А, кстати, по заданиям что-то появилось новое? Нет. А на Ричи? На Ричи есть. И 1,5 косаря! Разбить старые часы в коридоре. А чё вы такие наглые, типа... А чё не отдать мне старые часы? В коридоре. Сюда мы складываем именно то, что мы собираем и потом будем продавать. А жесткий диск вот это. Мы сейчас до Ламборджини. Конечно. До Ламборджини, продаем Джини и все. Все просто отдадим. Все, у нас здесь косари, нам хватает для... Получается, этих для вещей нам нужно купить. Закорачивание проводов в машине. Старые машины можно угнать, закоротив провода. Для начала смотрите электронику под рулем. Вам будет нужно, нужно соединить провода с двумя правильными гнездами клеммной колодки. Кто-нибудь что-нибудь понял? Да я нет. Да. 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 Ну чё, поехали! В 104-й. На Гринвью.
Да, вот такие мы. Я надеюсь, у меня получится сейчас это сделать с первого же раза. Мой телек не валяется. Ла-ла-ла-ла. Так, во-первых, сначала выход сюда, вот сюда. И с 8 часов там никого нет. И я мечу этот номер. Кстати, здесь можно оценить предметы больше. Пум-пум-пум. Нужно потом будет бинокль приобрести. Так. С 8 часов. Так, 104-й это у нас вот этот. Вообще я никогда не забиралась. Да, блядь. Серьезно? Он собирался только... Я пришла, когда он только начал выходить из дома. Да... Вы просто можете почувствовать, с какой ненависти, блядь, я жму на клавишу, потому что она мне, блядь, с первого раза нахуй не поддается. О, кстати, подсвечник. А чё давно у тебя нет? Не затаривался, видимо. Нихуя не понимаю. Окей. Отлично. Извините, я даже молчала просто потому, что, блин. Теперь ты готов для настоящего дела? Продолжай в том же духе, и сам не заметишь, как превращаешься в свободного человека без всяких долгов. Мы оставили возле твоих ворот коробку. Забери ее. Езжай к Ричи Эр. В 204-й. И положи его в ящик спальни. Не дай себя заметить. О.
Окей. Ну, а для начала продадим подсвечники. Кстати, высокая ваза еще одна такая нужна. Приемник. Тут ничего, все. Вот, кстати, 204. Так, а что у нас там по биноклю? Бинокль стоит косярик. Ну, в принципе, давай. Почему я здесь ничего купить не могу? Очень обидно. Блять, у меня тут мушка летает. Так, да, все берем. Потом едем все продавать. У нас потому что нечего уже это хранить. Поедем с тобой до Ламборджини. И на этом мы с тобой заканчиваем. Да, welcome. Продать. Можно было продать. Высокую базу, нахуя я продала, блядь, дурт порылая. Так, во-первых, это раз. Дом Паттерсонов, вот эти два. Навыки мы качаем. Можно я не буду изучать, потому что... А, ну... Да, я не буду качать, пожалуй, пока что. Пусть висит навык. Поедем на Ричи до 204-го, поставим камеру... И да, и все на этом закончится. Я не могу остановиться, эта игра затягивает. Где у нас 204-й? Там 201-й. А, вот, звездочка показывается. Там есть, кстати, рядом парковка. Так, выходим, ставим нашу микрокамеру. Все, поставилось. До 11 часов сначала ждем. Это сутки. И потом еще. Ой. Я. Че, не видела, как люди спят в машине? Все. Че там? Да покажи мне. Они сейчас как раз отсутствуют. Давай. О, у меня по-любому что-то есть. Предметы, доступ быстрого слота. Сюда. Давай этот. А. Окей. Так, бинокль. Жизнь какую-то приближает. Давайте быстро зайдем за заднюю часть, если там есть дверь или лоза. Хотя вряд ли. Просто... Вот о чем я и говорила. Туполюбас у них. Да... Вы чё расходились? Кстати. Ой, ёшки. А есть где-то генератор? Потому что как я... Ну, через... Давай.
сказала Галя, которая сказала, типа, все, я на этом закончу, блядь. И в итоге сейчас все получится на 3 часа опять. А. А как положить? Как положить? Я даже выбросить это не могу. Мне, кстати, сейчас вернуться. Барабанную установку, кстати. О, гитара. Окей. Мы не теряемся, мы убегаем, блядь. Хотя я не поняла, какой камерой была замечена. Я все камеры вроде пометила. Если нет, то не страшно. Мы сделали то, что от нас требовалось. Все. Все, на этом точно, ребята, блядь. Эф. Ты неплохо справляешься, в курсе? Для следующей работы я хочу, чтобы ты получался обращаться с электроникой. Достигните 2-го уровня электроники. Да, все, на этом... Все, ребятки. Спасибо, что вы смотрели меня. Меня зовут Лимон. Это канал Тупорый Лаку. Я очень всем рада. Я знаю, что я опять затянула ролик до последнего, чтобы не отвлекаться от игры, потому что мне она безумно нравится. Не знаю, как ты, но я думаю, тебе тоже нравится. Нам вдвоем, да. Мы с тобой тут вдвоем. 2 воришки. Один воришка моего сердечка, другой воришка игры. Ладно, всем спасибо, всем пока.